Мне спросили, можно говорить, да? Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональными и федеральными сетями проводит мониторинг обеспеченности товарами повседневного спроса в торговых сетях. В настоящее время дефицита продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, не наблюдается. Торговые сети обеспечены достаточным количеством товара. Кроме того, они сейчас увеличивают поставки, делают дополнительные запасы на складах указанных товаров. И в настоящий момент мониторингом не установлено роста цен. Все товары в достаточном количестве, восполняемость товаров на полке осуществляется своевременно в соответствии с установленными стандартами. Торговые сети Тульского региона готовы в полном объеме обеспечить все потребности туликов в продовольственных и непродовольственных товарах.